Здравствуйте, дорогие зрители Ютуба! С вами Саша Юлин, и сегодня я расскажу вам, как можно заточить нож, когда инструментов для заточки нету и взять их негде. Ну, как мы знаем, инструментами для заточки ножа может быть брусочек, а может быть другой нож. То есть с помощью этих инструментов можно заточить ножи. Но бывает ситуация. Ну, к примеру, рабочий день закончился, у кого-то день рождения, и небольшой микрокорпоратив вечером начинается. Нож, значит, принесли как бутербродики нарезать, батон, багет какой-то, нож не режет. Ножа больше нет, бруска нет. Что делать? Ну, ответ был найден. Даже если нету второго ножа и бруска, все равно найдется тарелка. Вот такая, любая тарелка, она сделана из керамики, вот, покрыта глазурью. Смотрите, как точится нож. В общем-то, с задней части тарелки, с нижней, есть такой вот ободок, на котором она стоит. Смотрите, этот ободок – идеальное средство для заточки ножа. Глядите внимательно. Обычными движениями, как по бруску, ну, немножко. Тарелка не портится, тут просто образуется такой металлический налет на краешке. Но нож приобретает нужную вам остроту. Так что вашему вниманию я сегодня представил волшебное средство для заточки ножа в безвыходной ситуации. С вами был Саша Юлин. До новых встреч. Пока!